В данном видео я покажу, как сделать слайд-шоу и украсить таким эффектом, как движение фото. С помощью данного эффекта вы можете немножко разнообразить свое слайд-шоу и сделать его более привлекательным. Для начала мы, используя программу VideoPad, добавим наши фотографии. Выделим их все и перетащим на видеодорожку. Если мы запустим в стандартном режиме слайд-шоу, то у нас фотография демонстрируется пару секунд и переключается на следующий. Но если мы хотим добавить какой-то эффект движения нашей фотографии, нам необходимо перейти на спецэффекты, значок FX, и выбрать такой спецэффект, как панорамирование и приближение. В данном эффекте мы выбираем начальное положение нашего кадра, перетаскивая за маркерами выделенную область. Допустим, выделим в начале вот эту область, а конечный кадр уже сделаем более-менее полноценный кадр. Закрываем и посмотрим, что получилось. Как видим, наша фотография в панорамном режиме начала изменяться. От первоначального состояния кадра она постепенно, в течение 2 секунд, изменяется до конечного кадра. Такое же можем проделать с другими фотографиями. После того, когда мы добавили все видеоэффекты, можем посмотреть эффект, который получился. Как видим, стандартно добавленные фотографии у нас преобразились, появился эффект движения, небольшой эффект живого фото. После чего вы можете добавить какое-то аудиосопровождение, либо свою музыку. Как это сделать, можете посмотреть на уроках на моем канале. А скачать данную программу можете по ссылке под видео. А на этом данное видео заканчиваю. Все, спасибо.